Я снова всех приветствую. Сегодня у нас на очереди... Точнее, как на очереди? У нас сегодня кастинг. В кастинге участвует Шая. На кастинг на роль лучший наемник года. Берем Шаю. Она у нас снайпер. Боец дальнего боя. Умеет ошеломлять с помощью своей способности. Временно делается невидимой. Хотя она так работает. То видимо, то невидимо. Ну, в принципе, довольно достойная способность, мне нравится. Хотя я бы не сказал бы, что я часто ей пользуюсь. В общем, что нам нужно сделать? Нам нужно подключиться, кроме миссии в шоке, потому что там ее спасаем, там ее не будет. А все остальные миссии можно подключиться и ждать. И запишем ролик Шай. Все, ждем. Уничтожить беспилотник пятого совета. Ну что, Шая, у нас тут антагонист есть в гостях. Вот у Шаи вот это вот умение. Выделяете, отпускаете, и они периодически теряют вас из виду. Ух! Все. Антагониста ушатали в первые минуты секунды боя. Давайте-ка уничтожать эту штуку. Ох ты, шустрый парень! Не ушел. Не ушел, не ушел. О, вижу, вижу, вижу. Давай, 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 мое, 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 мое. Я тут один остался. Главное не нарваться на антагониста, чтобы он мне в спину не бабахнул. Это не он там случайно светился только что? Вроде был похож. Да, он. Отлично, молодцы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, проворонил, проворонил. Вот всегда я так. Загляжусь на что-нибудь и все. И перестаю, вот вижу цель перед собой. Перестаю обращать внимание на поход по бокам у нас. А надо обращать внимание. Вообще мне не стоит суваться как снайперу в ближний бой. Вполне можно издалека воевать. И тут главное, чтобы сзади антагонист не пришел. Ничего не вижу. Какая-то темнота кругом. Да ты, откуда ты взялся? Не было ж тебя. Боже. Короче, антагониста 4-го ранга всего лишь. Ну какой-то лютый парень. Ух ты, 127 крит. Ага, антагониста только что уничтожили. Это хорошо. Ах ты ха! Ну, помогайте, парни. Ага, вижу, антагонист там засел. Давайте-ка его...
Я вижу, он там занимается, так что я займусь кое-чем другим. Ну ты, что ты будешь делать-то? Я же тоже могу в рукопашную биться, и неплохо, парни. Вы же не думайте, что я снайпер, поэтому не умею. Умею. Так что лучше не суетесь. Антагониста. Ух ты, не получилось убить, да? Где, где, где? Есть! Нет! Ух ты! Отбил мой удар. Ну ладно. Все, но это его не спасло, в принципе. Где он сейчас появится? За спиной у меня. Пожалуй, пойдем посмотрим, что тут наши парни делают. Ага, все-таки отомстить решил. Вот я просто чувствовал, что ты за мной пойдешь. Это уже война. Ребята, это война. Ты меня разозлил, чувачок. Теперь я тоже буду за тобой охотиться. Ну, по пути, конечно, я буду убивать вот эти штуки. Так. Немножко постреляем и обычных солдат. Так, а где антагонист наш? Наш антагонист, наш дружище. Как-то все быстро закончилось. Не успел я антагонисту проще набрать задницу. Так, антагониста только что убили. Пять алифа. Вложили как нужно. Что-то там наш парень умер, что случилось? Отлично. Так они что замочили. Так, надо с самим собой подраться, чтобы заполучить алиш. Оказался, сам я оказался слабым перед собой. Отлично, алиф есть. Так темно? Чё не видно? Отлично. Еще разок. Попортим нервишки антагонисту. Не буду никого убивать, как антагониста. Сделаем. А, надо еще одну сейчас. Кое-что сделаем. Потом... Ах, вот он меня подкараулил, да? Ну ладно. Хорошо. Все-таки война, да? Он нас и караулит, получается, возле этого. Где он был там в последний раз. Получил. Ладно, хоть не от меня, но все равно получил. Ну где ты, парниша? Выходи. Не хочет выходить.
Так, там кто-то светился. Возможно, он. Попал. Попался, зараза. Ну же, давай! Так вот, будешь знать, кто решил мне войну объявить, да? Я же тоже могу войну объявить. Деловой парень у нас появился. Я видел его там. Вижу, не уйдешь. Есть! Нету! Где он? Не я. Ну, не я, но все равно убили. Это тоже хорошо. Ой! Вот этих штук лучше подальше держаться. Где наш антагонист? Что там произошло? Не вижу больше антагониста. Куда-то ныкается парниша. Может, все-таки стоит тогда немножко достать Алифа. Чтобы достать Алиф, надо сражаться с этими темными сущностями. Эй, где делась? Я не понял, где она делась. Походу там ему... Что случилось? Я что-то... Ой. Я что-то не понял, что со мной. Отбей Алифу, очень высоко. О, вижу Алиф. Ах, черт, как так-то? Меня сожрала какая-то сущность. Ушла. Нет, ну что же вы делаете, парни? Так не пойдет. Сущность нас всех съедает. Так, ладно, походу. Надо вот эту штуку убить все-таки. Алиф исчез. Есть. Беремся сами с собой. Ну, не получилось. Захват не прошел. Ничего не вижу. Так, антагониста только что убили. Где эти сущности еще? Ну... Периодически уползают назад в землю. Ой, вижу. Да что ты будешь делать? Уходят от меня. Боятся. Есть, но я... Не я убил, но помог. Это тоже хорошо. Ты
Ну, кто еще где там? Нет, 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 нет! Подловил меня. 7 из 12. Док он нас нехило-то и потрепал. Молодец. Парниша. О! Немножко поуничтожаем эти штуки. Ага, убили его, отлично. Пока он будет возрождаться, будем убивать эти вещи. Нарывы эти бородавки. Что это у него такое, не знаю. Куда он переместился? Не вижу его. Где-то что-то сидит. Опять рукопашный бой. Загружаться, а то что-то долго бой затянулся с этим антагонистом. Надо как-то по-быстрому уже расход добывать алиф и уничтожать этого. Ой-ой-ой-ой! Нет, ну как так, а? Я не смог убить эту штуку, ну. Она отожрала мой альф вообще. Верни. Не стоит с ним ссуваться в ближний бой. А что сейчас бывает, что не понял? А, я что-то не возродился. И вручную с ними не повоевать, кстати, вот с этими глупостями. Их только надо... Есть! У меня нет альфа, ребята. Отобрал... Сущность меня отобрала, альф. Что-то я тут видел, блеснуло. Ага. Черные эти бракозябры летают тут. Нет, нет! Ах ты, ё-моё, что ж ты будешь делать? 3 из 12? Вот это да! Четыре сущности, давай уже. На тебе. Есть контакт. О, пять сущностей, неси уже. Два из семи. Ну вон же ж пять, отлично. Все, мы победим. Нет, нет. Ах, отдай 12. Нет, 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 нет. Держитесь, ребята. Выжить. Выжить, выжить, выжить. Любой ценой выжить. Есть контакт, победили все-таки.
Между прочим, бой был сложным. Но мы победили. А Неска главный герой. А, ну это, наверное, да. Вот этот вот наш командор. Лидер команды. Ну ладно. Лайк ему. За лидерство. Бонус за скорость вообще не получил. Антагонистов 8 раз убил. Солдатов 64. Выживание опять что-то, ну, не знаю. Ну, 8-2. Супер просто. О, не кисло 8. 6700 золота. Вообще классно. 1600. Маловато, ну да ладно. Пойдет. Ну, давай. Сколько насыпешь опыта? Сколько б не насыпал? Сколько б не насыпал, 56-й я возьму точно. 1200. Ну, это отличненько. 56-й левел, 2000 золота. Дальше у нас на 57-м еще золото, потом кузнечный навык. На 60-м присвоят новый ранг, 3-й. Потихонечку движемся вперед. Ну, Шая, как всегда, молодец. Сыграла замечательно. На этой замечательной ноте заканчиваю свой ролик. Ставим лайки, подписываемся на канал. Оставляем в комментариях, что вы еще хотите увидеть у меня на канале. Ну и всем пока.